Поля. Бля, я выпаду, если они в алтынах еще все это делают. Тынах. Блять. Блять, а почему я без патронов-то оказался? Пожадничал магазин, да, получается? Пожадничал магазин. С кармана достать. Чуть не помер, блин. Ух. Сорян, парни. У меня тут тоже как бы свои квесты. Все, поехали на выход. Скорее всего, что-то сломали. Ну, будем надеяться, что нет. Ёб твою мать. Больно. Оба там. Не пойму, где он ходит там. Он подо мной, вот тут, кажется. А вот тут твой корефан точно бывал. Здравствуйте. Здорово. Больше ничего. Хорошо. Я разыгрался? Да, вроде да. Зрителям привет. Твоим тоже привет. Куда идем? А, сразу хочу спросить, ты на Америке играешь или нет? У тебя тянет Америка? Не знаю, давно не пробовал. Там вчера я бегал вечером. Там прямо! Вдохнуть не было времени абсолютно. То есть мясист, особенно на резервах. У меня так-то тоже вроде летящие сервера стоят. Давай туда отходим. Дробовик от нас убежал, походу, к выходу. О! Нормально. Флешки летят. Угу. Заводки, меня подлагивает. Да-да-да-да. Эти FPS вот что-то меньше стало после их технического обновления. Нет такого чувства у тебя? Есть. Я очень чувствительный к этому вообще, к FPS. Глаза сразу как будто... отстают. Они уже по этажам. Бегут, бегут, бегут. Сзади. Сзади? С металла поднимаюсь. Да. Поконтролишь запрыжку на первый этаж? Да. Запрыгивают или ты прыгаешь? Да. Он вылез на улицу. Я знаю, я в курсе. Убегает. Заходит на второй. Фулка. Дал ему хит, он живой. На втором этаже. Дал хаен на второй. Есть. На третьем есть.
Третью лестницу, да, контролит? Третью лестницу контролит, да. Дал хае. Давай, я пошел, короче, с металла, наверное. Я пошел к металлу. Давай. Как металлом пош... На третьем. Ты поднялся уже по металлу? У него билет, он с вектором. Да-да-да. Он там на туалете, в туалете. Угу. Так, одного я тут убил. Гранаты. Убил его. Я вот этого видел. О, блядь, что есть? Что, все? Бля, грены плохо летают. Поэтому я нашел. Ёлки-палки, еще одного убил. Походу, все еще сидел. Читер, да? Я в лобби сижу. Больше с калашом не пойду, но его нафиг. Вообще не скорострельность, нифигенно. Слышу тебя. Кто-то у нас правее. Принято. Кто-то к танку перебежал, походу. А, это здесь топорист. Нычка лутает. Все, окей. Так. Дам хае перед трехой. Упор в двери. А хае пошла. Убил. Подхожу. Боты мертвые. Понял. Сходит, ходит, ходит слева, у меченки ходит. Сейчас погоди, отойди чуть-чуть назад по ступенькам, я сейчас буду бегать. Да, сидит на выходе на крышу. Понял. Убил. Пошел вперед. Шайн готов. Хорошо. Пошел дальше. Все чисто. Перезаряжают. Я же говорю, сидят. Ты чекал туалет противоположный? Да, проверял. Понял, окей. Полусфера, вероятно. Ай, хае. Теперь там с люка какой-то. Один минус. Один справа, смотри. На полуавтомате что-то должно быть. Убил? Одного, да. За генератором у танков. Такой генератор на колесиках. К танку идет. Убили, ага. Нет, 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 нет. Убил. Понял, понял. Как я урон получил, слышишь, за стенкой, я не понимаю. Патроны у меня закончились. Сколько получается? Ты двоих, я двоих, да? Еще один две должен группы. Быть. Получается, старку нашли и навстречу.
Могут еще быть где-то у медички там или у мусорки, где сумка в углу. Да, да. Сейчас. Я... Ну, забрал. Думаю, что примерно так и было. Кончили сейчас. Получается, я 5 рубил. Сколько у тебя убито за этот трейд получается? Посмотрю сейчас. У меня 5. Трое? Угу. Наши считай, 2. 10 человек. Все. Всех убили, получается. Кто-то перед нами в кусту. Бомби. Идет такой, гуляет прогулочным шагом. Подожди, у него что? Он взял с собой пистолет без магазина. Слишком сильный игрок. Фору нам давал просто. Да меня вчера такой убил. Ваншот сразу в голову и все. 7N31. Без шансов. Бежал тупо на меня, понял. Ну, чтоб меня убить. Тише, тише. Блин, как ты вовремя выстрелы. Да, есть у нас. Сзади за нами идут двое. Иду. Кит. Двое вдоль забора на твоей стороне. Один минус. Все, 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 второго убил. Все, все, все. Может быть еще аккуратно. Принято. Грина какая-то, запоздалая прилетела. Так, это я все-таки попал, нет? А, нет, ты тоже нет. Не попал. Да, бой хорош. Давай лутай, прикрывай. Подожди, а третий где? Нет, все, вот двое. О, по нам. Понял, понял. Крыша трехи, скорее всего. Да, да, да. Понял, пристрой. Да, 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 да. Пристрой, да, уже внутри? Да, 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 внутри. Я докидываюсь и готов. Я пуш. Пока что так платит. Крыша, 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 все еще есть. Должен был убить крышу. Я бегу через центр. Ты на каком этаже? Я на улице у платников, постухились. Я на первом этаже. Тепло, да? А, не, не тепло, оказалось. Оу. Что там, что, серьезно? Ну, слик, халтын, рассадка. Неплохо. Я пошел контролить лестницу. Вниз пошел на первый. У меня 4. Тихо! Слева топот. Где пролом на стройку большой? Да, 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 понял. Да, 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 да. Минус. Все, все, да. Челобок. Мне показалось сколько. Ну, в смысле, нормальный чел. Мы это знаем. Твой? Угу. Кого-то убивал уже. Шон Рэмбо. Я и так с собой набрал гранат, считай. Сколько? 7 гранат, да, я беру с собой. Еще и у этого чувака на крыше тоже было много гранат. Я запрыгнул внутри. Сидит в углу. В дальнем левом углу. Дверь моя. Убил. Перебегаю я. Угу. Еще слева на лестнице. Готов. Еще. Еще. Заряжаешься? Граната. Понял, понял. Даю хае. Трехочковую. Не, не готов, он был. Он ранен. Оружие скидывает. Прямо надо мной стоит на лестнице. Граната. Сейчас, погоди. Так, что надо рассчитать?
должен быть минус. Нет, тут дверь. А, это твоя дверь, да? Пойдем, пойдем за мной. Слушай, слушай. Минус. Чисто. Пускаешь вниз. Я одел белый шлем, аэрофрейм. Я на первый. Трупы на железной дороге перед составом слева. Понял. Где-где? За этим, за машиной. Бля, пойдет, по мне стреляют. О, тут еще! Справа лежал за железной дорогой просто челик. Ты убил его? Не, я минус. Понял. Ладно, пойду отдыхать тогда. Давай, давай, спасибо тебе за игру. Давай, спасибо за игру. Масти. Один минус. А, Женя. Так, а ты еще сидишь? О, понятно. Не попадал на стримы. Стрим в последнее время довольно частая его линия, так скажем. О, усы, усы забираю. Спасибо, что смотрели. Приятного всем вечера. Спокойной ночи. Пошел отдыхать. Не забудьте заценить видосик про SR-25, который я сегодня выложил. Видосик вот, вот такой, экшонистый. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.